Хрустальная стена плача – символ памяти и скорби по погибшим в Бабьем Яру. Его открытие приурочено к 80-й годовщине трагедии. На церемонии присутствовали украинский лидер, а также президенты ФРГ и Израиля. Арт-объект известной художницы Марины Абрамович – часть строящегося мемориального комплекса на месте массовых расстрелов. Этот комплекс позволит нам в полной мере ощутить ужас, боль и страдания, которые приносят человечеству нацизм, расизм, антисемитизм, ксенофобия и нетерпимость. Так, на жаль... К сожалению, это не поможет тем, кто был здесь убит, но он призван помочь живым, тем, кто должен знать об этом, помнить об этом и рассказывать своим детям и внукам. Передать детям, передать внукам. Холокост начался не на фабриках смерти, а с марша на восток, когда от рук эсэсовцев и коллаборационистов погибли свыше миллиона евреев, напомнил Франк-Вальтер Штайнмайер. Кто у нас в стране, в Германии, знает сегодня о Холокосте от пуль? Кто знает эти имена, чьи руки в крови? Всему этому не нашлось места в нашей памяти. В ней лишь бледные, едва видные очертания Украины. Мемориальный центр Украины обнародовал первую часть своего исследования с именами 159 немецких солдат. Их считают причастными к убийству 34 тысяч евреев в сентябре 1941 года. Всего в Бабьем Яру были казнены, по разным данным, от 70 до 200 тысяч человек.